Мотор, камера, начали. Эти слова раздаются в смене повсюду. Куда ни глянь, везде идут съемки фильмов. Давайте познакомимся с участниками съемочных групп. Сюжет фильма «Блогерша» разворачивается вокруг скромной девочки. В школе непонимание одноклассников, но дома она известный блогер. Артем, я долго заставляла себя и наконец решилась признаться. Ты мне нравишься, давай попробуем встречаться. На съемочной площадке с раннего утра звучит строгий голос режиссера. Ребята вкладывают в съемочный процесс все силы. Очень сложно, сложно всех собрать, сложно начать снимать, камеры выстроить, все это, за всем проследить, это просто взрывается мозг. Я думаю, что каждому здесь сложно работать, но, в принципе, это очень интересно, и все хотят добиться лучшего. Несмотря на плотный график и возникающие трудности, ребятам удается сохранить позитивный настрой. Иногда съемочным группам приходится делить локации между собой. Как они справляются с этими трудностями? Давайте узнаем. Проблема сейчас такая, что на одной локации снимают сразу два проекта, но мы смогли найти компромисс. Я уверена, что оба фильма будут прекрасно сняты. «Разрыв шаблонов» – такое название у притчи мелодрамы, которую снимают ребята. По сценарию главная героиня верит в единственно возможную любовь между парнем и девушкой. Чем же закончится эта романтическая история, вы узнаете на финальном показе. Смотрите нас 28 февраля на показе «Разрыв шаблона».